Масштабный проект «Улы-Дала» реализуют в Жанаркинском районе. Уникальный для нового региона мясокомбинат будет производить 4 тонны мясной продукции в сутки. Это пельмени, манты, консервы и многое другое. Здесь же на месте ежедневно будут обрабатывать до 50 туш коров и 200 голов овец. Уже подготовлены к открытию специализированные цеха с китайским, американским и казахстанским оборудованием и установками. Общая стоимость предприятия и вложений составляет более 1 миллиарда 260 миллионов тенге. Будем производить разную продукцию, около 4 тонн в сутки. Это довольно масштабное и ответственное дело. Основной акцент делаем на качестве продукции. Главное – это всегда свежее мясо, говядина и баранина. Для заготовок есть большой холодильник, 30-тонный. Дополнительно для пельменей и других видов продукции будем сами изготавливать коробки и вывозить товары в магазины. По словам специалистов районного отдела предпринимательства, мясокомбинат принесет большую пользу области Улутау. Будет способствовать решению проблемы безработицы и развитию сельского хозяйства. Ведь местные фермерские предприятия и частные подворья смогут сдавать скот и зарабатывать. Тогда как сейчас многие сельчане сами решают вопрос реализации мяса, отвозя его на городские рынки далеко от дома. У крестьян не было четкого постоянного места для реализации выращенного скота, и это, конечно, тормозило развитие животноводства. Ближайшие крупные города в 200 километрах от нас в обе стороны. В случае запуска данного комбината отдельные граждане будут получать наличные деньги, продавать свой скот, развивать и расширять хозяйство. Плюс будут новые рабочие места. Большой комплекс, строительство которого началось только в прошлом году, откроют уже в сентябре. Местный акимат поможет организовать места для продажи товара. Вместе с тем, в Жанаркинском районе развивается добывающая промышленность. В ближайшее время планируется открытие еще одного месторождения золота и серебра. В проектах занято более 700 человек.